Доброе утро. 6 часов утра, пятница. Какое там точно число? Не скажу, значит. 6 часов утра. Еду, приехал открывать магазин. И уже вижу такую картину. Пожалуйста. Речки. Люди уже вовсю рыбачат. С обеих сторон моста. И здесь, сейчас покажу, там пока не видно, что кто-то таскал крепко, но уже стоят. Если стоят, значит, посмотрим в другую сторону моста. Если стоят, значит, что-то ловится. Погода красивая. Хороший ветерок, правда, но что делать? Вот здесь. А, уплеечка играет. Уплеечка играет вообще. Доброе утро! Морда! Я кирпич! Перехожу на прием! Знакомые рыбаки! Я смотрю, полная уклейки! И уклеечка пошла! О, как хорошо! И здорово. А другого пока ничего? Да ты, наверное, уже с вечера место занял на своем троне. Я говорю, с вечера, наверное, место занял. Да. Не надо примазываться. О, клеечка подряд. Уклеечка ничего или так мелкая? Или разная? Мелкая пока. Но это только сегодня, уклейка, это первый день сегодня. Но вчера не, целый день не было. Вчера было только полдня, видать. Ага. Это добро. Так что уклейка. Клейка, речки. Ау! Да уже! Уклейка пошла. Это уже все. Привет, Михель! Ладненько, все.